Всем привет! Сегодня мы везем груз. Везем груз, игрушки из города Ханове в город Киел. Беремся за работу. Это третья серия, снятая нами. Ну, сейчас мы отправимся в путь. Навигатора у нас в машине нету встроенного. Значит, поедем так. Завели двигатель и отправляемся в путь. Отправляемся в путь. Поворот направо сейчас будет. Идем светофор красный. А, кстати, нам нужно сейчас кое-что проверить. А, нет, не надо. Ну, поворачиваем направо, как показано на навигаторе. Видим знак ограничения 50 км в час. Едем. Зеленый свет. Поворачиваем. Ох, как бы сейчас не врезаться. Ох, не врезались. 50 км в час так и едем. Сейчас будет скоро поворот направо. Видеообучение. Мы едем в Киел, город. Он находится за 230 километров от нас. Едем в этот город. Вот, как видите, нам прислали сообщение. Это уже третья серия нашего рассказа, ну, точнее нашего обучения. Сорок километров в час, и вправду нужно ехать, потому что тут можно с грузом перевернуть и грузовик. Едем. Он уже осталось 215 километров нам ехать. Это очень мало. Очень-очень мало. Мы едем. Это я повторяю видео обучение первой части. Просто, чтобы вы ездили, грузы возили. Следующая серия будет завтра. Ну, то есть... Ну, короче, в следующей серии будет... Мы уже купим грузовик себе личный. Я возьму... деньги в кредит в банке. Мы потом отправимся в путь на своем личном грузовике. Можно просто погонять на нем, можно хоть что сделать. Нам нужно будет в день отдавать, ну, кредит, и так за какое-то время суток мы отдадим кредит. Едем. Осталось 175 километров ехать. Быстро мы километры проезжаем, так как машина хорошая, машина быстрая. Но вряд ли мы ее даже сможем купить на 100 тысяч.
кредита. Так. В этой серии я повезу 2 груза. Ну вот, как-то так. Вот это первый груз везу. Второй груз я повезу чуть-чуть попозже, но в этом видео будет 2 груза в этой серии. В этой третьей серии я вам показываю, чтобы вы как бы запомнили все, ну и просто погонять, чтобы, если вы любители, можете в города позаезжать, там и просто побыть. Но так нам нужно довести груз. Вот осталось 150 километров почти ехать. Едем. Видите, завороты такие. Если был бы еще реже заворот, то тогда мне бы пришлось снизить скорость, чтобы не перевернуться. Чтоб не получить ущерб там. Ну и все. Ну и все остальное. Бензин у нас, видите, тратится очень быстро. Потому что я даже не прокачала ковождение. На своем профиле я прокачала ковождение. После 5 серий обучений я буду показывать простые видео, гонять по городам. Кто любитель смотреть такие видео, смотрите, подписывайтесь на мой канал. Вот, 125 километров осталось, нам уже ехать. Переезжаем. Отъезжаем, едем, мы едем. Ну вот, я приехал в город уже, меня сейчас сарафанули только что за светофор, не увидел светофор, 350 евро у меня отняли, штраф не советую превышать. И вообще проезжать вот нарушение, вот это вот по встречке 100 отнимает евро, этого отнимает, только отнимать и любит. Так, ну вот как-то так. Мы уже приехали, 30 км в час ограничения. Я не буду слушаться этих правил. Мне главное сейчас доехать до места назначения. Видите, я даже уже по встречке поехал, чтобы не стоять на красном светофоре. Все, заворачиваем налево. И мы приехали в компанию. И сейчас мы приедем. Зайдем в меню, нажимаем просто, ну, я выключаю всегда двигатель, нажимаю Enter. И все, видите, задание выполнено, отлично выполнено. Пробег, это все. Вот я достиг первого уровня. Вот, я прибавляю, вот, эковождение, это дорогостоящий груз, это который дорого стоит. Эковождение, это когда экономим расходы топлива, срочные заказы, ну это по времени, вряд ли вы будете успевать, хрупкий заказ, очень трудно, дальние дистанции можно себе прокачать, ну а это уже дополнительные возможности, можно открыть легко. Ну ладно, все, принять изменения нажимаем, опять у нас, сейчас посмотрим, что у нас вылезло сообщение, ищите новый грузовик Мэн, вам сюда, автосалон Мюнхен. Вот хотите в автосалон Мюнхен, можно поехать.
Так, я бьюсь к тому, чтобы у меня было 10 тысяч, потом я возьму себе кредит на 100 тысяч. Видите, у нас такая полоса у меня уже исследована. Давайте заказы агентств нажмем. Так, точнее, вот груз давай, осуществление перевозок. Вот на машине Мэн можно доехать от Келя до Ханновера. Я вот поеду, это что, Келя, Ханновера. Видите, только такие заказы. Я беру один из этих. Беру на машине Мэн. Я думаю, что в этой машине Мэн будет встроенный навигатор. Нет, я ошибся, не будет встроен в этой машине навигатор. Так, на ручнике у нас не стоит. Вот обзор этой машины, можно так выглядывать, так вот обзор. Так, ну что, отправляемся в путь. Отправляемся в путь. Проедем вот так, я думаю. Опа-на. Как бы не влупиться нам сейчас. Вот выезд из этого города. Уже время 15:07 в игре. Так что, ну, едем мы, короче, дальше. Едем. Приедем, едем. Светофор у нас. Останавливаемся потихонечку, потихонечку так-то. Сейчас там тоже светофор. Его нужно объехать, то есть мы сейчас по встречке выйдем. Выйдем по встречке выйдем. Все. Вот сюда сейчас мы сделаем. Вы все поедете на светофор, а я сделаю вот как-то вот так. Так вот сделаю. Пока они там стоят на красном. Ну вот теперь вот как-то. На зеленом светофоре я могу спокойно проехать, но зато не стоять и не останавливаться вообще. Ох, сейчас у нас очень трудный такой заворот был. Все, выезжаем. Выезжаем. Сейчас на трассу уже скоро выйдем ехать нам. Видите, новое сообщение у нас пришло на навигации, было только что написано. Ехать нам 210-215 километров. Так, выезжаем на трассу. Выезжаем. Тормозить мы не будем. Будем давить педаль в газ. Итак, мы почти доехали уже. Осталось 30 километров. Я поставила на паузу, чтобы вам не было скучно. Проехал весь путь. Под конец специально поставил. О, как бы это вам сказать. Ну, чтоб вы увидели, как я разгрузился и все. А не бросил. Все, и ушел куда-нибудь. Все, вот сейчас уже мы это заезд в город. Обгоним старичка вот этого. Угу. Ханновый город. Все хорошо, едем. Т
Так, оно вот сюда вот поворот. Ох, такой-то резкий поворот. Я ж не знал. Ну вот, пришлось остановиться. Все вот как-то так у меня шикарно сложилось. Так, посмотрим сейчас. Едем. Вот. Чуть-чуть осталось. 3 километра показывает на навигаторе. Будем верить навигатору. Навигаторы не врут. Все же они нам дорогу показывают. Они достойны той чести. Сейчас опять будет красный свет. Сейчас мы опять будем стоять. Если бы не эта машина, я бы уже уехал. Вот отвечаю. Вот так мы сейчас заедем. Меня не интересует, что скажет тот водитель сзади. Да, выдох. А, его даже не видно из-за моего прицепа даже его не видно. Ну вот смотрите, 2 километра осталось. Компания Three Dogs. Кстати, следующее видео я буду снимать. В этом видео я уже покажу вам, как купить личный грузовик. И как на нем кататься, как брать грузы. Ну, в общем, покажу все, что вы хотите. Главное, пишите комментарии. Пишите в комментариях, точнее, что вы хотите увидеть, услышать от моих видео. Я буду стараться производить больше видео, буду вам показывать все, что вы хотите. Главное, запишите все в комментариях. Ну, остальное, ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал, там вы увидите очень много интересных видео новых. Нажимаем Enter, мы приехали, показываем результат, продолжаем. Все. Всем до свидания, спасибо за просмотр. Пока.